Прием, прием. Надеюсь, меня слышно. Я профессор Попов. Даже если до сюда добрался заключенный, значит, есть какая-то надежда выбраться. У меня есть подарок для тебя. Подойди к железным дверям, я хочу на тебя посмотреть. Как-то ты плохо выглядишь. И что с твоими глазами? Почему они какие-то... Ладно, неважно. Так, ну сейчас открою дверь. Видишь того парня, который вышиб себе мозги? Хорошо, что я не на его месте. Мне нужно, чтобы ты выжил. Я помогу тебе. Подойди к мертвому ученому и набери на клавиатуре пароль 14-88-228. Ох, теперь ты можешь подобрать мощное экспериментальное оружие. Нажми на кнопку, которая активировалась. Мощная, правда? Силовики на подходе. Надеюсь, мы как-нибудь встретимся. Мне нужно тебя изучить. Пока. Блять, заглохло нахуй.
Влад, стой! Не могу поверить, это ты что ли? Здорово, здорово, Гаврюха. Давно не виделись. Ты даже не представляешь, сколько у меня вопросов, Владян. Но сейчас хаос и суматоха, времени нет все выяснять. Ща, погодь, у меня есть тут подарок для тебя. Вот, возьми этот обрез. Штука будет поубойнее, чем твое говно. Вот это нормальная штука. Спасибо, Гаврюха. Думаю, пригодится. Короче, нам нужно словиться и поговорить. Ну ты знаешь, где я живу. Проберешься как-нибудь, а там все обсудим. Так пошли вместе. Вдвоем-то легче будет. Я бы с радостью пошел с тобой, но мне надо закончить кое-какие дела. Раз ты непонятным образом выбрался из этого пекла, то я думаю, сам смогешь. Сука! Они наступают! Короче, пиздуй к моей хате, там встретимся! Если выживешь, конечно. Будем тесно контактировать.